Продолжаем выпуск. Отлили в серебре. В честь юбилея знаменитого актера и певца в России выпустили памятную монету с изображением Владимира Высоцкого. Как рассказали в Центробанке, эта монета номиналом 25 рублей, ее тираж ограничен, всего 1500 штук. На лицевой стороне монеты традиционный государственный герб Российской Федерации. На оборотной рельефное изображение Владимира Высоцкого с гитарой, меч и выполненные в технике лазерного матирования кони привередливые.